Есть, ребята, есть. Я уж думал, все, прям конец будет. Нормальненький такой, да? Все, бегай. Приступим, попробуем. Решил я перейти на место там, где больше плещется. Гоняют там кого-то. Здесь как-то неудобно мне было. Трава, то есть уха большая. Тут 4 грамма, что он тут сносит. Надо пробовать. Потому что ловлю впервые. Всего лишь одного я тогда здесь окуня вытащил. Это я вам в ролике потом покажу. Если этот у меня получится. Все, увидим. Ребята, есть. Есть. О, фишбро рулит. Акушара. А, хорош. Е-е-е. Но мы его отпустим. Ай-яй-яй. Так что... Ой-ой-ой. Какой-то, а. Я уж думал, все, прям конец будет. Нормальненький такой, да? Ну, для наших этих. Тихо. Вот. Такая. А, все тут запуталось что-то. Микруха. Да что-то. Ладно, потом распутаю. Ну вот так. Ух ты. Ну, почти с ладошку. Кушок есть, как там? Ладно. Все. Вот оно, это местечко. Ребята, есть. Вот это какой есть. Вот он первый есть. Ну, мы его, конечно, сейчас запутался. Ай, вот он сам. Ай, вот он фиш бро опять сработал. Да? Ох ты, полицу мне какой зашушал. Вот он, поднял свой. Грязненький, идем. Самый. Ну все, бегай. Первый ушел у нас. Есть, работает. Значит, можно оставаться ловить. Вот она. Скукожил он ее, конечно, всю. Правим. Ну, кто-то тут кого-то все гоняет. Я думал, может уже, блин, и флюрокарбон поставить. Но нет. Без него справимся пока. Ну, может быть, все-таки поставлю. Потому что, блин, может, поклевки будут чаще. Пробуем дальше. Что вам сказать? Это вторая рыба на этот спиннинг. Уж никогда еще не ловил. Будем учиться. Что-то может для себя новое. Откроем, придумаем. Найдем. Подберем, точнее, способ
проводок. Надо же учиться. Ну что, друзья, сейчас я переберусь на другое место. Вот. Будем там пробовать. Если кому интересно, конечно, ловлю на Маргариту вторую. Резина Fish Bro. Разные там есть. Вот. И шнур от Mask Ultra 006, да. Тогда у меня был 005, где я, короче, перемотал слишком много бэкинга, сделал. То есть у меня там слетало, наматывал леску на этот, где фрикцион, вот прям на него на этот накручивалось, да и борды немного были. Вот тут я, короче, я ее почти всю истратил, у меня тут туда-сюда расцеплял, пытался распутать. Кстати, она нормально еще так распутывается, хоть тоненькая, то есть можно распутать. А зацепы, обрывы были, не, думаю, фиг с ним. Осталось мне ее чуть-чуть, я ее выкинул, сходил в магазин, купил себе. Хотел опять 005 взять, 05 не было, взял 06. Так что как-то вот так. Да и чё, вот все, я перемотал, нормально бэкинг сделал. Все, вот ни одной петельки, ничего вообще не было. Не запутывалось, ничего. Так что, конечно, катушка еще не айс здесь. Ну, блин, какая есть, такой ловим. Там мотка такая хреновая. Ну, что поделать. На такое местечко зацепился. Голавль. Здесь есть голавль. Но у меня на него нет приманок. Так можно было вот это плюсе, да, попробовать можно. Так что сейчас покидаем обычным. Где-то здесь примастимся. Кидаем. О, как. Прям в травище. Ну, давай. Поплакаться, что ли? Ямка здесь у нас есть. Мы точно знаем. Короче, ребят, не хочет у нас на зеленый. Сейчас попробуем поставить что-нибудь другое. Опять
красненького поставить, не красненького. Даже не знаю. Потом. Фишу пока. Здесь вот так. Не знаю. Это на красный, который я ловил. Причем уже два окуня. Фанатики, не фанатики. Это разные вот такие есть. И червячки. Чего только нет. Сейчас зарядим, попробуем красный опять. Может, что получится. В общем, прошел я еще несколько километров. И тоже тишина. Пойду на старое место, где был в начале. Там хоть какая-то движуха идет. Тут вообще там глухо, тихо. Сейчас будем дальше пробовать. В общем, вернулся я на старое место. Будем здесь пробовать. Рыбка активная, но нужно как-то ее уговорить, хоть как-то. Сейчас будем пробовать разные приманки. Угу. Вот он и зацеп. Ну что, сейчас мы оставим тут все. А нет, что-то отцепилось. Ветка. Ребята, есть, есть, есть. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Давай, давай, давай. Так, тихо. Е-е-е. Хороший безобразник. Вот это да, кабанера. Е-е-е. Это уже сработало Lucky John. Вот это. Не зря я сюда пришел. Ух, не зря. О, хороший, да? Вот это кабанчик. А? Ну-ка давай, распушись, распушись. Сейчас отпустим его. Ну все, давай, бегай, красавчик. Ой. Я прям. Ах! Нарадуюсь. Не зря назад пришел. Продолжим. Ребят, продолжаем. Ой. Это опять было, так кажется. Нет, нет. Ну вот она. Маленькая такая. Он все больше берет-то где-то под берегом, прям тут. Глубина побольше, может быть. Выклянчивать еще. Что поделать? Что-то я, конечно, не понял, почему у меня фрикцион. Ага, во. Что я не в ту сторону, что ли, его подкручивал. Прям так жестко у меня стоял он. Немного напутал. Вот все, ребят. Тишина. Я уж вот такой решил использовать. Но он, блин, да. Очень главлиный. Хотя фиг знает. Вот у меня что-то было, да. Скелявка такая мелкая.
Ну что, больше не хочет. Не клевать, рыба гуляет, да. Щука даже есть тут. Но ни в какую. Будем подбирать снасть. Будем пытаться дальше. Ну, что вам сказать? Спасибо за просмотры. Кому понравится видео, ставьте лайки. Кому нет, дис. Есть такие, да, персонажи. Так что, еще раз спасибо вам за то, что поддерживаете. И всем удачи. Пока.